вечер 28 сентября 2017 года, улица Эрнста, турецкий городок, Соломенский район Киева. Тяжелое ДТП с пострадавшими. Предварительно говорят, водитель Митсубиши, который находится за пешеходным переходом, якобы подрезал автомобиль Opel, который вылетел на встречку на припаркованные автомобили и протаранил автомобиль Chevrolet, и затем под удар попал автомобиль, припаркованный BMW. Ну, здесь повреждения уже меньше. Пострадал водитель автомобиля Opel, пожилой мужчина, его сын сейчас на месте. Работает полиция, выехала опергруппа. Тем более, да. Человек не молодой уже достаточно. Вот. Киев, вечер 28 сентября 2017 года. Работаем на месте серьезного ДТП, улица Эрнста, турецкий городок. Предварительно говорят, якобы водитель автомобиля Mitsubishi, двигаясь в направлении турецкого городка от народного ополчения, подрезал автомобиль Opel, ударил. Opel от удара вылетел на встречную полосу, припаркованное авто, протаранил очень сильно припаркованный Chevrolet и дальше ударился в автомобиль BMW. Там повреждения меньше. Пострадал, к сожалению, водитель Opel, возможно, не был пристегнут, пожилой мужчина был госпитализирован в больницу с чем-то СГМ. Сейчас на месте работает полиция. Выехала оперативно-следственная группа. У водителя Mitsubishi явных признаков опьянения нет. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Евгений. Женя, что случилось? Что знаете? Что знаю. Смотрел видео. Вот, позвонил мой брат и сказал, что отец попал в ДТП. Вот, приехали на место событий. Вот, узнал, что отца госпитализировали. Посмотрели видео. Вот, предоставил гражданин сознательный, который ехал сзади из своего видеорегистратора, там было явно видно, что автомобиль, водитель данного автомобиля, белый Mitsubishi, при выезде с первой полосы, вот, въехал в боковую часть автомобиля моего отца, когда он двигался в своей полосе прямо. То есть был удар, да, между автомобилями? Удар, вон его видно. Да-да, вижу, конечно. Видно крыло побитое. Из-за этого удара автомобиль моего отца вынесло на обочину. Ну, встречные полосы, обочина, да, парковка, да, я видел. И при этом он повредил припаркованный автомобиль. А водитель Mitsubishi что говорит вообще, Mitsubishi как случилось? Абсолютно, говорит, суд разберется, то есть абсолютно там. Он спокоен. А сколько лет примерно мужчине, есть ли признаки опьянения? Я не видел признаков опьянения, нет, я не заметил. То есть от него никаких запахов не было, у него запахов абсолютно никаких. Вот. Ну, наверное, думал, наверное, не про дорогу, а про что-то другое. Ясно. А сколько лет отцу вашему, насколько сильно пострадал? 69. Ну, мы сделали рентген, я звонил. Ну, пока неизвестно, у него шла кровь, была разбита голова. Ну, в сознании? Да, в сознании. Вроде все обошлось. Мы будем надеяться, потому что человек достаточно уже не молодой, 69 лет. Я понял. Поэтому мы за него очень сильно переживаем. Ясно. Все. Спасибо большое, Женя. Спасибо. Пожалуйста.